Занимаетесь ли вы каким-нибудь видом спорта? Нет. Почему? Нет времени. Плавание. А почему именно плавание? Потому что в школе преподавали физкультуру плавания, мы плавали, и это осталось на всю жизнь любимым видом спорта. Я занимался волейболом, баскетболом, настольный теннис, ну шахматы, если это спортом можно назвать. А самый любимый? Волейбол. До сих пор играю. Плавание. А почему плавание? Ну, нравится, вода, здоровье. Раньше занималась лыжами, а сейчас нет. Почему именно лыжи? Ну, были соревнования в училище, потом в цех сюда пришла, тоже на лыжах бегала, а потом уже просто возраст. Решила, что уже тяжеловато ходить на лыжах. Ну, а по болезни? Ну, а зимой так вот, для себя хожу. Не-не-не-не. Пожалуйста. А мне, думаете, легко спрятаться? Нет, не занимаюсь. А почему? Времени нет. Танцами занимаюсь. А это хороший вид спорта. А в детстве когда-нибудь занимались спортом? Да, обязательно. Каким? Ну, стандартный бег. То есть это основное, по-моему. Тренируются все мышцы, тело, дыхательная система, сердечно-сосудистая, конечно же. Вот основное. Нет. А занимались когда-нибудь? Так, чисто любительски. А есть ли такой вид спорта, который вы с удовольствием посмотрите по телевизору? Конечно. Гимнастика, фигурное катание. Иногда делаю компанию мужу, смотрю хоккей. Занимаюсь футболом. Тренер футбольной команды «Титан» взрослый. Я тренер по волейболу. Больше 40 лет занимаюсь. Почему именно волейбол? Почему волейбол? Потому что я его полюбил. За что? За что? О, это вопрос интересный. Ну, научил меня брат старший. Где-то я был в 4-5 классе. Вот он мне навыки передал. Ну, он такой коммуникабельный. Он как бы этот вид спорта, ну, сплачивает. Командный он. Вот поэтому я полюбил его. Завтра день физкультурника. Завтра день физкультурника. Я хочу всех работников корпорации ВСПО «Ависмы» поздравить с этим днем. Вот, пожелать всем здоровья. И, естественно, приходить в секции в наши спортивные сооружения. Просим в гости.